Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota Camry. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с поливизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылки и установить на место колесо. Но пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина 7 мм. Называется он блокшот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!